Приветствую всех, дорогие друзья, на своем канале Сам Себе Бензомастер. Сегодня я вам хочу показать в этом видео, как правильно собрать ручку газа вот такой вот конструкции для мотокосы. Так, ну что, начнем. Вот такая вот ручка газа. Сейчас мы ее с вами правильно соберем. Так, значит, прежде всего, с чего мы начинаем? Начинаем устанавливать вот этот вот курок. Курок устанавливается, он подпружиненный, поэтому его будем устанавливать с пружиной вместе. Вот так вот вставляем пружину. Смотрите, вставляем пружину вот сюда, вот есть отверстие в курке. Вот так вот вставляем пружину. И надеваем его на этот курок, на штырь. Пружину вставляем одним концом сюда. И вот так вот начинаем ее утапливать на ось. Вот. Поставил. Видите, курок работает. Сейчас поставим кнопку и поставим тросик. Смотрите, вставляем сначала кнопку на свое место. Вставили кнопку и заводим провода. Вот здесь есть специальный паз, в котором должны располагаться провода. Вот он паз. Вот этот вот паз мы сейчас укладываем сюда провода. В этот паз. Сначала один провод укладываем, помогая вот так вот отверточкой. Затем второй. Почему их надо уложить в паз? Их нужно уложить в паз для того, чтобы они не мешали тросику. То есть они должны лежать на своем месте и не мешать тросику газа, чтобы не было нигде задевания, и, соответственно, из-за этого может он заедать. Поэтому вот так вот его вытягиваем и сейчас укладываем вот эти вот провода в паз. Вот так вот, помогая отверткой, чтобы они хорошо зашли в паз. Сначала один провод и, соответственно, второй провод. После того, как мы установили провода, установим провода, вот теперь мы можем установить непосредственно сам тросик и защиту, вот эту вот гофрированную. То есть мы подтягиваем тросик, подтягиваем его, и сейчас мы его поставим. Смотрите, заводим в ручку. Здесь есть пазик. Вот мы вот эту бабышечку заводим сюда и проворачиваем ее, чтобы она стала под вот этот язычок. И сам тросик устанавливаем, вот эту металлическую часть, специальный отвер. Вот здесь вот есть специальное отверстие, в котором он должен располагаться. И вот теперь после того, как мы поставили, мы уложим это все аккуратненько. И натянем гофрированную трубку вот сюда аж. Вот я опять же расправляю, чтобы провода нам не мешали. Еще раз все укладываю. Все расправляю. Кропотливо, но все это делаем. Так, после того, как мы вот эту часть собрали, вот эту часть поставили, теперь поставим вот эту кнопочку. Кнопочку фиксации газа вот вместе с этой качалкой. Для этого ставим сначала кнопку вот этим язычком вверх. Вот так вот располагаем. И ставим вот эту вот пружину. Пружина
одним концом цепляется сюда, и вторым концом мы ее будем вот так вот вставляем на ось, надеваем и зацепляем вот эту вот качалку ограничителя газа. Вот таким образом мы ее собрали. Теперь придерживая, вот это все придерживая рукой, аккуратно надеваем на свое место. Так. Она должна сесть там на ось. Вот. Собрали, все, закрыли. Вот теперь мы ее скрутим сначала, эту ручку, а потом уже проверим ее, как она работает. Закручиваем винты. Смотрите, чтобы вот эта гофра не вылезла у вас. Чтобы провода не попали, иначе они будут действительно мешать. Вот теперь я ее держу крепко и проверяю, как она работает. Видите? Все. Вот фиксация газа. Вот я зафиксировал. Газ зафиксировался. Отпускаю. Щелкнуло. Отошло. Все. Теперь уже можно одеть вот эту скобу. Скобу. И ее скрутить. Вот таким образом. Вот этот вот винт. Винт этот для ручки, он здесь располагается. Он фиксирует ручку газа на трубке. Вот таким образом собирается ручка газа. Если у вас она вышла из строя, где-то внутри, скажем, вы подпаивали на кнопку контакт или проверили работу кнопки. Если вы случайно ее разобрали и не знаете, как собрать, вот таким образом она собирается. Легко, понятно, просто. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал YouTube «Сам себе Бензомастер». До новых встреч!